но люди все роптали и роптали. Но люди справедливости хотят. Говорят, ну как же так, ну ёлки-палки, мы в очереди, мы первыми стояли. А те, кто сзади нас, уже едят. Им снова объяснил администратор: я вас прошу, уйдите, дорогие. Те, кто едят, ведь это ж делегаты. А вы, прошу прощения, кто такие? Но люди все роптали и роптали. Но люди справедливости хотят.